вперед, вперед. Вперед. Вот сегодня 14 марта. Вот сезон дождей нас опять застал врасплох. Мы уже думали все лето. Вот забились в кафешку. Выпили два кокоса уже. Вот так вот здесь льет. Если льет, то капитально. Сейчас выключаю, и когда он закончится, я включу и расскажу вам, сколько это продолжалось. Стихийное бедствие. Ну, вот здесь вот мы укрывались. Прошло ровно 20 минут, и сезон дождей на Бали закончился. Ну, вкратце, кто, может быть, не смотрел других моих видео, мы здесь полгода уже. Вообще считается сезон дождей на Бали декабрь, январь, февраль. Вот. Но люди, которые приезжали в январе, на новогодние праздники, 10-15 дней, их один раз вот только так более-менее подзалило. Вообще мы здесь за эти вот последние 3 месяца, наверное, один раз 4 дня, прям так, чтобы подряд, вот, и так довольно жестко. И один раз 3 дня тоже подзаливало. Вот, а в остальном нормально. Бывает, конечно, пасмурная погода, но в основном дожди, если идут, то идут ночью. При этом всегда довольно тепло. И дожди особо так, ну, сильно не напрягают. Ну, я говорю еще раз, что бывает по 2-3 дня начинает заливать. И, наверное, 2 раза мы попадали в дороги на байке. Конечно, очень жестко тогда, то есть промокали прям все до нитки. Но потом уже, конечно, купили себе эти накидочки здесь местные и, в общем, без проблем ездили. Вот так вот море в Нуса-Дуа выглядит на пике отлива. Такая безжизненная пустыня. Ну, здесь где-то по пояс в прилив, и люди активно купаются. Покупаться можно там вот дальше, с той стороны. И сейчас даже, когда отлив. Вот. Ну и приезжайте на Бали, здесь отлично. Здесь, наверное, сейчас, вот в 2017 году, лучшее место для отдыха. Здесь пока нет войны, нет террористов. Все более-менее счастливы. Вот. Так что ждем вас. Привет. Смотрите видосы. Ну и не забывайте, конечно, лайкануть. А подпишитесь, вообще вам сейчас прям... Как только нажмешь на кнопку подписаться, тут же прям уходит благодарность во всемирное информационное пространство. Это бонус.